Сотрудники межмуниципального отдела Верхнесалдинский на территории городского округа Нижняя Салда было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Улица», участие в котором приняли сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, сотрудники уголовного розыска и комплексных сил полиции. Мероприятие проводилось в течение нескольких часов. Значит, были проверены лица, состоящие на профилактических учетах, были проверены возможные места концентрации подучетного элемента. В ходе проведения мероприятий было выявлено 17 административных правонарушений в области нарушения охраны общественного порядка, к числу которых относятся распитие алкогольной продукции в общественных местах, появление в пьяном виде. Максим! Фарева! Фарева! В отделение поедем, Фарева. За что? Ну что, пьяно в общественном месте. Ну что ты родной, ну ты же наш, я же не условно, я не верю. Давай. Да не поеду никуда. В каком виде поеду? Выявлено одно нарушение миграционного законодательства. Лицо, допустившее нарушение, согласно решению суда, выдворено за пределы территории Российской Федерации. Также сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными задержано лицо, совершившее ранее преступление. Это открытое хищение чужого имущества на улице Строителей в городе Нижняя Салда. Данное лицо задержано в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. На данный момент содержится в изоляторе временного содержания. Из-за чего вы здесь находитесь? Статья 161. Что вы сделали? Сумку отобрал. У кого? У бабушки. Бабушке-то сколько лет? Я не знаю. Женщина. А почему не это? Ну как выбор пал на нее? Ушел. Вот она это одна шла, больше никого не было. Женщине 80 лет. 80? 80. Свою вину-то признаете? Да. Вы ранее судимы были? Да. За что? Статья 166, часть 2. В 2009 году, 8 декабря 2009 года, был осужден на срок 2 года 6 месяцев. Был освобожден в 2012 году, 7 июня, по окончанию срока.